Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня Siren Head Awakening. Press Enter to continue. Если у тебя проблемы с психикой, проблемы с эпилепсиями, со всеми вот этими вот вещами, которые провоцируются страхом, лучше выключай видео и иди смотреть мультики. А мы можем продолжить. Нужно, наверное, вот так вот сделать. Но мы сделаем вот так, чтобы было видно все. Потому что будет сейчас вообще ничего не видно, и будем мы мучиться. Так, здесь все на максимум. Видео все хорошо. Поехали. Original Experience. Нормальная сирена голова. Сложность. Сирена голова спавнится после First Item. Limited Stamina. Harden Sirena Head Difficulty. Сирена активная from, прям со старта. Flashlight used батарейки. Нет, давай мы самого обычного этого. A bit skilled parkour can save you. Короче, что-то навыки паркура могут сохранить тебе чего-то. Prisma Game Present можно пропустить, но мы посмотрим заставку, потому что заставка это самое важное. Все-таки старался этот, как его разработчик делал, и нужно посмотреть. Среда, ноябрь 19-го 1996 года. Думаю, что тут что-то очень интересное у нас покажется сейчас. Ой-ой-ой, что я натворил-то? Вот так я сделаю, и будет вообще все хорошо. А то у меня щеки не видно. Press here to repair. You don't have any parts. Как каких-то партов мне не хватает. Бежать могу. Стой, задание-то какое? Any parts. Каких-то частей мне, говорит, не хватает. Бас. Можно этот контроля sensitivity чуть-чуть прибавить? На полторашечку, наверное. Что-то вообще ничего не прибавилось. На 1,8 давай. Ну, уже куда ни шло. Можно сесть? Я бы сел и посидел здесь. Потому что я что-то не хочу никуда идти. Так, что у нас такое? Провода. Нет, это не провода, нифига. Хотя нет, это провода. Чё такие толстые-то? Тут тоже автобусная остановка. Мы самые, знаешь, такие тупые игроки. Мы бежим просто в эту... по дороге. Меня бесит, что он опускает фонарь. Я вижу машину, еще одну. И думаю, что здесь что-то, возможно, найдет. Ты че, дурак? Вы хотите включить залипание клавиш? Нет, отстань от меня. Ты че меня пугаешь-то? Я просто нажимаю на shift, когда мне удобно, и все, я больше ничего не хотел. Сзади меня никто не ходит. Голова, сиренная голова вот эта вот, она за мной, наверное, будет охотиться когда-то. Когда она появится. А кто будет знать, когда она появится? Я дошел до какого-то железнодорожного этого переезда. Ну, она же большая, наверное, да? О, прыгать могу. Угу. Ничего не ясно. Ладно, пойдем по забору вон в ту сторону. Думается мне, что мы бежим не в правильном направлении, но... Так, а стамина ограничена, да? Стамина ограничена, и это не очень хорошо, потому что если мы будем сейчас все время бегать, в самый важный момент у нас закончится выносливость, и мы будем сидеть как эти, как дурачки, и не сможем ни от кого убежать. Темнота. Птички поют, сверчки свечат, и, в принципе, это ничего не предвещает беды, но... Что я могу сказать? Да нечего здесь говорить, просто ходим. Куда я иду, вообще не понимаю. Но она здоровая такая, дура-то. Поэтому... Я видел на картинке, по крайней мере, что она там прям аж вон такая вот здоровая. В заборах дырок нет. Так.
Камень, это просто камень. Вон еще один такой же камень. В них проблем никакой нет. То есть я просто должен что-то сделать. 5 минут играем, ничего не понятно. Не понимаю, что нужно делать в этой игре. Даже задания никакого не дали. Просто типа высадили из машины и сказали, тебе не хватает каких-то частей, чтобы поехать на этой машине, и все. И как хочешь, так живи. Звуков никаких не издается извне. То есть, вроде как, никаких сущностей вокруг меня не находится. Правильно я думаю? Это я дышу. Точнее, не я, а главный герой. Так, я думаю, что главному герою придется... О! Это что такое? Это... Очень интересно, конечно, но... Но это какая-то бесполезная постройка была, потому что как бы я в них вошел и вышел, ничего не случилось. Казалось, как будто кто-то разговаривает, но нет, это не кто-то разговаривает, это я дышу так опять. Я главный герой. Прыгает он очень странно, вот это вот долгий такой прыжок, что, не знаю, прям неприятно становится. А где мне другие запчасти для машины найти, если здесь нет никаких... Чего? Я испугался сейчас деревьев вот этих. Подожди. Вот дом какой-то стоит. Еще один дом. Брошено все уже давным-давно, заколотили досками, окон нет. Зайти нельзя. Машина. Какой-то звук неприятный был только что. Ничего сделать не могу. Ну, следовательно, мне ничего здесь и не нужно делать, правильно? Что я ищу для начала? Давай... Давай рассуждать. И рассуждать логически. Если... Мошка какая-то полетела у меня. В помойке нет ничего съестного и нет ничего полезного. О! Газ-канистр. Батарейки записки есть! А кто ж знал-то? И, наверное, после этого появляется... Сиренная голова, да? Ну просто там что-то после первого итема спавнится голова это. И все, и типа, наверное, будет мне мешать. Вижу записку. Записку вижу. А, это вторая записка. Я... А, нет, это... I track toward the sound hearing more... Непонятно ничего. А без записок я могу выбраться отсюда? Или уехать? Ну-ка, типа... Ёлки-палки, мне нужна батарейка, спарк и ойл-канистер. То есть это все нужно найти. А я даже знать не знал. Кто тут ходит? Ты давай здесь не ходи. Что-то так грузит по ушам, прям, наверное, что-то страшное будет. Мне бы увидеть хоть сирену эту. То есть я хочу ее увидеть, посмотреть, хоть что бояться мне. Я просто не понимаю, что мне именно бояться нужно. Я примерно понимаю, но что именно, что конкретно от меня требуется бояться, я не понимаю. То есть я сейчас хожу, брожу и боюсь. А чего боюсь, не понимаю.
Он там что-то булькает постоянно. Что буль-буль-буль делает так вот. Перепрыгнуть здесь нельзя ничего. И найти, соответственно, тоже. Правильно? Правильно. Да, я просто не очень сейчас хорошо понимаю, в какую сторону мне двигаться и где именно могут находиться вот эти все те или иные запчасти для нашего автомобиля. Да и где находится наш автомобиль, я тоже не особо сейчас представлений имею, потому что музыка какая-то началась. Какие-то звуки просто такие, знаешь, давящие, прям некомфортные. О, еще что-то нашел. А, ну вот. Я там в такой же был. А меня эта голова может найти в вот в этом бункере? Или этот бункер специально для этого и сделан, чтобы он меня там не находил? О, записочка. Четвертая записка. Первую со второй. Со второй. Ой, первую-то я найду? Или третью? А, что-то как-то нашлось мной, выжившим после Being Chased by That Monster. Я не знаю точки чтения этой записки, except, и надеюсь, что святой бог это кто-то читает. Непонятно. На русском было бы написано, я бы прочитал. Дружище, ты пиши на русском в следующий раз, я буду читать. Это как-то получается неправильно. Так, залез я на ерунду на эту. Ой, блин! Все, меня нет. И чё? Я хочу его заскринить. А он мне не дает. Подожди. Заскринил. Успел. Умер. Давай еще разочек. Ты что-то Ghost Glimpse of Siren Head, but it was too late. It had spotted you. You tried to run away, but you что-то. А, она все равно быстрее. Это grabbed you with force and что-то murdered you. Ты умер. Я понял, что я умер, и меня это очень расстраивает. 5 секундочек. Время у нас сколько? Ладно, давайте мы еще разок попробуем. И постараемся пройти. Если нет, то это будет в следующей серии, потому что пройти я очень их захотел. Вот. Sprinting can only get you so far. Think is tragically play. Интер. Play. На легком. Блин, на сложном, наверное, это вообще кошмар, потому что на легком. Ну, вроде как бы, знаешь, ты ее. Вроде все понятно, вроде все просто. Так, нам нужно газ-канистр, battery oil канистр, spark plug. Нам нужно это все дело найти. И это все дело найти нам не составит труда, если мы будем делать это все постепенно, будем делать это все быстро и избегать эту страшную хреноту. О, возможно, здесь что-то находится. Я так понимаю, здесь бояться, кроме вот этой... О, привет. Читас. А, Читас. Давай это тоже заскриним. Ну, потому что пусть будет. Так, здесь ничего полезного нет. То есть машина как бы стоит, и ничего полезного в ней нет. А можно тебя нажать? Нет, нет, нельзя. Это Майнкрафт, это что-то оттуда. Блин, вот стоит же здание целое, правильно? А, внутрь? Чего? Ух ты ж, нифига себе, я могу здесь внутрь закрыться. Свечка. Свечка есть, у нас свечка для машины. Колеса нам не нужны, колеса тоже есть. Но они нам, к сожалению, не нужны. Если бы они были нам нужны, мы бы взяли их и поехали сейчас на этих колесах-то. На самом деле здесь самое грустное, это то, что нам
У нас нет никакой карты, да. У нас нет никакой карты. Я на М нажал, и нет никакой карты. То есть я должен увидеть эту голову гораздо быстрее, чем она увидит меня, и убежать. В случае чего, правильно? Правильно. Хорошо, что она не преследует тебя до последнего. То есть, ну, не стоит над душой, не ждет, пока ты выйдешь. А уходит после того, как она тебя находит. Хотя она знает прекрасно, что ты там находишься, что ты там сидишь в этой... Как ее называют? В... Ну, в бункере в этом, не в бункере, в доме. Она на тебя... Где? Сзади где-то. Бежим. Просто бежим. Вот сюда она точно не залезет. Знаешь почему? Потому что она высокая. Подожди, где она? Я не понял, где она была. Вон она. Угу. А, ну она стоит просто, да? Она не пропадает, не появляется из ниоткуда. Мы можем прекрасно понимать, где она находится, и в связи с этим уже решать, куда нам идти. Мне-то нужно вон туда. А, нахрена мне туда нужен, там забор. Я побегу в темноте, потому что... Нет, в темноте я не побегу, потому что ничего не видно. Забор — это забор. Лес — это лес. Дуреха это сзади ходит, вон там. Машина наша вот тут. То бишь, нам нужно пойти вот сюда. Отыскать нам нужно... Осталось всего ничего. Отыскать нам осталось только канистру бензина, канистру масла. Да, и отыскать нам нужно... Что? Батарейку. Ну, аккумулятор, короче. На автобусных остановках не думаю, что что-то находится. Потому что это автобусная остановка, что-то может быть. Я молчу, потому что не знаю, что сказать. Мы ходим по лесу. Прячемся от головы сирены. И что еще мы делаем? Мы больше ничего не делаем. О, односторонний этот. Знать бы еще маршрут этого товарища, чтобы мы могли как бы так это... Хотя, наверное, у него нет маршрута никакого. Он просто ходит и все. По моей памяти он вон там. То есть вот забор, забор, и он вон там где-то. То есть при лучшем раскладе он может быть вон там где-то. Мы туда не идем. Верно? Верно. Ну, так-то, если подумать, то идем, но попозже немножечко. Мы... у нас больше некуда идти. Ни записок, ни пиписок, ничего нет. Просто есть только... как это называется? Какая-то воля к победе, что ли, и желание не умереть. Не быть пойманным вот этим монстром подкроватным. Я не знаю, что... Откуда ты взялась? Хотя бы Борис, я тут спрятался. Ну и что ты мне сделаешь? Албания написано. О, она пошла. Ну ничего ты мне не сделаешь, я спрятался. Я ж тебе уже сказал. Но здесь ничего нет.
Иди отсюда, а. Уходи, не кричи. Туда пошла, да, все. Ну, вот туда и иди. И чего ты встала там? Так, ладненько. У нас есть хоть какой-то шанс, мы знаем теперь, где эта дуреха находится. Надеюсь, что она в одном количестве. Где-то ходит прям с левой стороны, у меня в ухе прям тукает немножечко. И что это? И как это понимать? А... 1-1-1? Ацездинит, блин. 1996? 1990? 2019? Не понимаю, что какой у тебя пароль может быть, потому что я этот не разгадчик. Я так понимаю, что в какой-то из записок будет написано, что пароль такой-то, такой-то, но мы эту записку пока еще не нашли. Я так понимаю, что сейчас мы в этом видео не пройдем, потому что это, я так, ну, думаю, что очень далеко и очень долго находить это все дело. Если она нас сейчас поймает, эта дура, с головой, с сиреной, то мы не будем еще раз пытаться пройти. Мы попытаемся в следующем видео. Начинается. Чего орешь-то? Не убегу. Все. Все. Убежал. Я думал, не убегу, потому что у меня сейчас стамина кончится. Но убежал, у меня не кончилась стамина. Кончилась. Вот сейчас прям. Я бежать больше не могу. Представляешь? Это если она сейчас меня застанет, то я не убегу. А, нет, все, убегу. Убегу. Так, ну пойдем по тропинке, потому что провода оборвали. А, у меня есть только свечка. Что с этой свечкой? О! Это что же, тот же самый поезд, да, Албания? Да, Албания, мы вон оттуда пришли. Пойдем в дом. В дома, точнее. Вот здесь вот где-то должны быть дома. Ну, у меня кретинизм топографический, поэтому я не особо разбираюсь, где я сейчас нахожусь. Вот в этом месте я не был вообще, да? Не был. Так, а что здесь у нас находится? Ну, что-то, наверное, находится, но не то, что мне нужно. Ну да. Даже записок нет никаких. Очень обидно. Потому что я уже пробежал очень-очень-очень-очень много. Получается, что я бегаю. И никакого толку от этого нет. По тропинкам бегаю, я заблудился уже. Я, честно, даже не понимаю сейчас, где. Я пойду налево, в левую сторону, потому что я там не был. Может, и был уже, конечно, но, по-моему, нет. Я потерял, где вот эти домики-то дачные? Как, вот они, нет? Это ангар вообще этот. Я же в нем был уже, я в нем сидел. Мне кажется, я сквозь него пробегал в самом начале. Нет, смотри, записка. Записка и больше ничего. Тап. 6. А-а-а. Я понял. 3 на конце 6. Да, на записках написано на пароль. На записках, на всех записках написан пароль. То есть, чтобы открыть тот бункер, нужно найти все записки. Ну, или хотя бы 3 записки нужно найти. Вообще, по-хорошему, можно и 2 записки найти, и потом отгадать. Но будет ли так работать или нет, я не знаю. То есть, там может быть просто какой-нибудь скриптик стоять, что якобы, если ты не нашел все записки... Ходит рядом. Дура, вот ты чё, по домам ходишь, что ли? Да ну! Ну так нечестно было. Ладно.
Пройдем это все в следующий раз, в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.